Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 6 октября. В Одессе идет тревога за тревогой. 18:27 дали первую воздушную тревогу. Буквально через несколько минут прозвучал взрыв. Сообщают о том, что сбили дрон. Система нашей ПВО сбила дрон. Через 9 минут, 18:36, дали отбой воздушной тревоги. 18:40 началась снова воздушная тревога. И опять сообщают о том, что летят дроны камикадзе. Лучше пройти в укрытие, находиться в безопасном месте, потому что могут быть взрывы. И, скорее всего, дрон снова летит на Одессу. Я на связи, друзья. Берегите себя, берегите свои близкие. Как информация будет обновляться, сразу буду сообщать. До встречи. Всем пока.